Лейла приходит на место преступления, когда Зинеб стреляет свою последнюю пулю в Верджумента. Лейла вынуждена сделать выбор между профессией и подругой. Узнав о страданиях Зинеб, которые она испытала в прошлом, Лейла решает избавиться от тела. Что бы ни случилось, она будет рядом с Зинеб до конца. Но обеих женщин ждет неприятный сюрприз. Видео. Изнасилование, спрятанное Эрджументом, все еще где-то спрятано и ждет своего часа, как бомба замедленного действия. Зинеб проникает в дом Джихана, чтобы найти это видео. Джихан, который попал в свою же ловушку, находится на кончике ствола Лейлы. Смерть у него на носу.